Приветосики, ребятосики, с вами я, Асаля. И я, Акмаль. Сегодня у нас челлендж. Не скажи, скажи вау. Мы нам приготовил несколько крутых и смешных видео из ТикТока. Мы должны смотреть видео и не стараться говорить вау. Если мы друг скажем вау, мы съедаем одну дольку лимона. Смотрите, какой лимон. Дорогие мои зрители, пожалуйста, поддержите меня, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Это для меня очень-очень важно. Я вас верю. А мы погнали. Давайте начинать. Здесь щеночек очень милый. Какой он милый. Да, давай в следующем видео переходим. Мы не сказали вам. Да. Я не сказал вау. А я вас сказала. И сейчас я буду кушать лимон. Вот твой лимон. Ой, как же я хотела. Ладно. Так, возьму вот эту дольку. И так, все, начинаю кусать. Ешь, Асай. Ты сказал вау, значит ешь. Было очень кисло, но я справилась. Давайте переходить к другому видео. Взял лед, а лед такой огромный. Я сказал вам, мне придется есть лимон. Да, да, да. Видео реально было крутое. Здесь нельзя было рассказать вам. Ну что ж, Акмаль, давай кушать свой лимон. Ладно. Так, Акмаля. Ты что, про все? Ну, как тебе? Вкусно. Что? Вкусно. Как вкусно? Это ж лимон. Я даже не ожидал. Ты чё? Все про следующее видео. Вот. Что? Вау. Вау. Я сделала, даже не знаю, как она это сделала. Но нам сейчас придется кушать его. Смотрим следующее видео. Давай. No. Все, давайте переходить к следующему видео. Да. Фу, класс! Как он это делает? Класс! Чего? Как? Класс! Просто класс! Она мать. Давайте к следующему видео. Да. Очень круто, но вы не сказали вау. Давайте к следующему видео. Так, и оно самое последнее. А как они это сделали? Мне тоже страшно было, но это наверное, класс. Они собрались, но как они там сидели?
идет, это же так страшно. Если тебе понравился видосик, поставь лайкосик и обязательно подпишись на канал. Тебе не трудно, мне приятно. До скорой встречи!